Сеня, зачем вы называете меня дурой, блядь? Что за бред? Я показываю вам магазины. Зачем я показываю? Чтобы вы видели variety. Знаете, что такое слово variety? Variety – это когда много. Ну, представьте, что у вас, например, не один ребенок, а 100 детей, понимаете? И у вас там не 1 рубль зарплаты, а 100 тысяч зарплат, понимаете? Это много. Вы мне показали 3 вида сыра. Ну, что это такое? Причем один из них, я даже и не знаю, что такое. Просто огромная длинная упаковка, как батон хлеба. Я же не покупаю батоны хлеба, я хочу купить разный сыр, попробовать, продегустировать. И пойти дальше. Короче, вы мне показываете. В принципе, да, я показала сыну, значит, там мороженое, и, значит, 2 контейнера, и все туда забито. Я не поняла вообще, как все заморожено. Как будто, знаете, тут приехала какая-то там сумка, и выкинули туда, знаете, типа, жрите, свиньи. Мороженое должно appeal to you, понимаешь, чтобы говорил, съешь меня, съешь. А я такая, не хочу, не буду. А он говорит, нет, смотри, I'll hunt you down. Я к тебе буду приставать, пока ты меня не съешь. Я смотрю на ваш холодильник, я ничего не хочу. Я когда захожу в ваш магазин, я вообще ничего не... Там ничего такого меня не догоняет, понимаете? То есть вы, ну, как бы хаваете то, что, как бы, ну, грубо говоря, на землю кинете, вы сидите, понимаете? В Америке как? В Америке так все стоит, знаете, там дизайнеры приходят так, чтобы возбудить ваш аппетит, понимаете? Пиво, значит, стоит там какими-то контейнерами и холодильниками, и так, знаете, красиво все организовано. Типа, пиво вы можете. А вот, типа, знаете, томатный соус. Что такое томатный соус? Там одна банка, что ли? Вы понимаете, сколько соусов на свете, сколько сыров на свете, сколько видов мороженого? Вы ничего этого не понимаете, ну дура, блядь.